Накануне старта сезона женской хоккейной лиги в нашем городе состоялись товарищеские матчи между «Торнадо» из Дмитрова и «Динамо» из Санкт-Петербурга. В понедельник в первом матче уверенную победу одержали хозяйки льда, подопечные Алексея Чистякова, 5-3. Голами в составе «Торнадо» отличились Елизавета Шкалева, Ирина Кулагина и Нина Пирогова. А капитан команды Анна Шохина отметилась дублем. Во вторник состоялась вторая встреча. Было заметно, что гости провели работу над ошибками по итогам первого матча и заметно прибавили. И те, и другие начали играть на равных. Первую шайбу хоккеистам «Торнадо» удалось забросить только во втором периоде. Впрочем, «Динамовки» быстро отыгрались и в начале третьего игрового отрезка забили и вторую шайбу. Однако вскоре подмосковные спортсменки вновь сократили отставание – 2-2. В дополнительное время ни одной из команд не удалось взять ворота соперника. Исход матча решила серия буллитов. Здесь команде из северной столицы удалось взять реванш – 2-3. В составе подмосковной команды голами отметились Алевтина Штарева и Елена Дергачева. Напомним, что матч открытия нового сезона женской хоккейной лиги между «Торнадо» и «Агиделью» пройдет в Уфе в воскресенье 9 сентября. А в Дмитрове ближайшая игра состоится 27 сентября. Хозяйки льда будут принимать «Бирюсу» из Красноярска. После этого матча нам удалось взять интервью у главного тренера команды и главного тренера национальной женской сборной страны Алексея Чистякова. Две игры еще пока, если можно так выразиться, идет летний хоккей. У нас очень много новичков, хотелось посмотреть их в деле. Провели тяжелые сборы летние. В общем-то, еще не все отошли от нагрузок. Да, пока еще не все получается, не идет большинство пока. Много моментов не реализовываем. Но, тем не менее, для игровой практики, в общем-то, пока на среднем уровне, будем говорить так. Вот. Как прошла предсезонная подготовка? Насколько коллектив готов к предстоящему чемпионату? Что можно об этом сказать? Ну, у нас очень омолодилась команда, помолодела значительно. Очень много новичков, порядка 7 молодых игроков мы взяли из нашего фарма, будем говорить, областных, именно с Воскресенска. В частности, работали мы как в Дмитрове, так и еще выезжали на сбор в Чехию. Там провели 2 товарищеских матча, вот, оба выиграли. Затем вернулись сюда. Игроки национальной сборной поучаствовали в Евротуре. И, в общем-то, вот уже ближе к концовке августа собрались все опять здесь, все вместе. И молодежь вернулась, и взрослые, то есть национальной сборной, договорились сыграть вот эти две игры. В общем-то, поработали очень прилично. Нагрузки были достаточно высокие. Для кого-то они оказались еще не совсем приемлемые, так как у нас... Еще раз повторюсь, много молодых игроков. Ну, а чемпионат покажет, он будет непростой. В этом сезоне будет по 3 игры. Так что будем стараться, сражаться. Есть ли среди новых игроков дмитровские хоккеистки? Ну, если не учитывать Шкалеву, она дмитровская, будем говорить, воспитанница. Но она уже играла у нас в прошедшем сезоне. Также мы подключаем Ксюшу Лебедеву. Но она будет периодически еще отъезжать у нас в Воскресенск, так как еще в силу своего возраста она не готова играть в основном составе. Но, тем не менее, мы их всех держим под контролем. Ну, что могу сказать по соперникам? Кого-то мы видели, кого-то не видели. В основном команды укрепились в каком плане? Была большая ротация игроков, переходили из одного клуба в другой. Вот. Кто-то там взял такие клубы, как Ухта, двух легионеров, двух американок. Естественно, они им в какой-то мере помогут. Игры будут напряженные. Легкой жизни не будет в этом сезоне. Тем более, что количество игр возросло. Ну, будем обыгрывать молодежь и готовиться к плей-оффу.